Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Кристина Орбакайте вернулась из отпуска, который провела в США. Однако вид артистки насторожил и расстроил ее поклонников. Певица поделилась в своем инстаграм-аккаунте снимком в облегающем розовом платье. Она заявила после долгого перерыва в работе, что снова готова к труду и обороне. Фолловеры обратили внимание на то, что звезда сильно похудела за то время, что была в Америке. Многие начали переживать из-за внешнего вида Кристины Орбакайте. Остались одни кости, а где Кристина? Она исчезает, это другой человек, хватит худеть, высказались пользователи соцсети. Можно предположить, что такое сильное похудение исполнительницы связано со стрессом из-за ситуации с ее театральной карьерой. В августе артистка пожаловалась, что ее выживают из «Современника», куда она пришла работать в 2018 году. Она получила главную роль в спектакле «Двое на качелях». Но позже стало известно, что во время карантина новый руководитель театра Виктор Рыжаков игнорировал Кристину Орбакайте. Она сетовала, что не может добиться приглашения на репетиции. Спасибо за просмотр, пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!